Здравствуйте, мои дорогие друзья, и сегодня снова с вами я, Лёва Иванов, и мой канал. Как в жизни, так и вы, мои дорогие друзья, меня часто спрашивают, как стоят козочки во время дойки, как они себя ведут, как они слушаются, когда их доишь. Мои дорогие друзья, вот такие вопросы очень часто задаете и вы мне в своих комментариях, и также задают люди в жизни. Ну, что я хочу сказать, мои дорогие друзья. Даже обученная коза, даже та, которая стоит смирно, не желает после окота стоять спокойненько и доится, отвыкает, проходит определенное время, они отвыкают, и поэтому все приходится начинать заново. Во время дойки, как правило, мы их прикармливаем, что есть у нас в огороде, а когда нет, что взять в огороде своем, мы прикармливаем их зерном. Вот сейчас у нас еще на огороде ничего не соспело, к сожалению, уже середина лета, но у нас нет пока овощей, нет яблок, которых можно давать в нашем саду. И мы подкармливаем во время дойки наших козочек зернецом. Даем всем по норме, как я даю из загончика, вывожу, привязываю за ошейник, на ошейник привязываю за шею, на ошейнике веревка длины, чтобы хватало достать из ведерка то, что приготовлено козочки, и привязываю заднюю ногу с той стороны, с которой я даю, чтобы эта нога висела в воздухе. Вот так вот делаю. Козочка стоит на трех ножках, вот, и я даю. Быстренько подоил, отвязал, и все, козочка все свое, то, что ей было дано, съела и отправляется опять в загончик. Выводим следующую козочку. Но сейчас отец у меня старенький, даю я один, но вот хочу сказать так, вот Чернуша, вон она там ходит у нас, пасется. Как-то раз я на нее поругался, что-то она сделала, я сейчас уже не помню. Поругался сильно на нее, даже вроде бы и палкой замахнулся. И она вот так вот расстроилась, и когда доится, она из загончика не выходила. Пришлось мне заходить в загончик и ее выводить. Вот так вот, то есть такие вот ранимые животные. Когда даю своих козочек, забираю у них молочко, я стараюсь вести себя очень аккуратно, вежливо, даже в том случае, если она не хочет слушаться. Тут все, конечно же, бывает, зависит и от настроения козочек. Ну, в летний период, вот сейчас середина лета, много мух, которые кусаются, много слепни. Если рано утром еще мух и слепни нет, когда доешь, то вечером их хватает. Стоит слепню или мухи зажужжать рядом, то уже козочка волнуется, начинает плохо стоять, поддергивается ножками и все такое прочее. То есть такие моменты вот нежелательные, они бывают. Конечно, это живое животное, как вкопанное, стоять оно будет, но это происходит очень-очень редко. Без подкормки козочка, даже обученная, отказывается стоять. То есть съела то, что ей приготовлено, не успел я отдоить. Сразу начинается волнение, беспокойство. Где же еще подкормка? Начинаем крутить головой, начинаем ножками шевелить. Стоять спокойно не хочем, когда у ведерки все закончилось, прикормка. Вот так вот у меня происходит. А был такой случай. Вон у нас есть большая рыжая Катюня. Отец, когда ее доил,
Мы с ним доили по очереди. Она привыкла к его рукам. А я даю и правой, и левой рукой. Как только левой рукой я начинаю доить, сразу ей не нравится. Начинает подбрыкиваться. Но сейчас отец не доит, даю только я. И поэтому как-то она привыкла. Ей выбирать уже не из чего. И она спокойненько так стоит. Но сейчас уже все козочки ведут себя примерно. Прошло много времени после окота. Вот, они привыкли к моим рукам, к тому, как я даю и сколько даю им прикормки. И вроде бы у нас все проходит хорошо, без эксцессов. Ну, конечно же, у меня тоже поначалу, когда начинаешь приучать козочек, особенно молодых, и в доенку наступит. Были такие случаи. И опрокинет ее, тоже бывало такое. Вот, как начнет прыгать. Так что, вот так, мои дорогие друзья, приходится после каждого окота приучать козочек заново. Но те, которые, конечно же, доились, они стоят более-менее смирно. А вот заново не всегда получается. То есть козочка волнуется, переживает, молоденькая, что ты с ней там делаешь, забираешь молочко, хватит ли ее козляткам. Она, конечно же, переживает, волнуется. И не все козочки стоят очень аккуратно и хорошо во время дойки. Но постепенно, и вот я сейчас даю один, мне даже пожаловаться не на что. То есть козочки меня слушаются, по очереди выходят из загончика на дойку и смирненько так стоят, кушая свою прикормку. Вот так вот, мои дорогие друзья. Так что и у Лёвы Иванова тоже бывают всякие случаи. Козочки не слушаются. Бывает, от настроения зависит козы. Но в основном, вот я фиксирую, зафиксировал, привязал. Вот. Ошейник одел на шею. И заднюю ножку, вот если с этой стороны даю, заднюю ножку раз привязал веревочкой. И все, она вымя свободно, спокойно. Достаю я и даю. Вот так вот я действую, мои дорогие друзья. Конечно же, надо было бы снять процесс дойки, но оператора у меня нет, все приходится делать самому и доить, и снимать, так что вот приходится вам рассказывать, как все это происходит. Вот так вот, на этом я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Желаю вам всего доброго, успехов, удачи, до свидания.